25 октября. Зацепил зайчика, похоже, добыч. Дал добор уже. Вот, накрутил. И вот в этом месте сдоборил. О! Как-то грозно лает, больно. Добор. Это уже очевидно. И как пойдет этот зайчишка? Если наш старый знакомый, то, конечно же, он пойдет вот здесь. Вот его любимый лаз. Где-то здесь зайчишка лежит. Это уже однозначно. До собаки 360 метров. Ждем подъема. Ждем подъема. Обычно зовут. Погнал. Неужели косуля? Да нет.
по еноту, что ли. Проворонила выход на дорогу. Вот и конь что. Уже перебежала.
словил. Ну-ка, брось! Отрежь! Словил зайца! Ну-ка, покажи, где он! Да обалдеть! Ну, стрельнуть не дал! Где зайца? Покажи мне! Где он? Где он? Покажи! Возьми, 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 возьми! Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Возьми! Возьми, возьми, возьми! Где зайца? Где? Ну, где он? Давай, давай, давай! Покажи, где он! Словил! Ну, где он, заяц-то? Словил! Поймал зайца. Ё-моё! Ну, это зайчонок был. Стрельнуть не дал. Поздравляю тебя, добыч! Ну, так, по-моему, это не тот, который бежал. Тот бежал был большой. А это маленький. Вот этот номер. Вот это да. Ну, добыч, ты вообще мастер. Ну, жировочка. И, как мне кажется, помет тоже молодого зайчика. Вроде как помет зайца покрупнее. Посмотрим. Вон жировочка. Тоже ходил. Столовался зайчик. Добыч в полазе. Прихватил он жировку. Надо на дорогу идти. Заяц пойдет на дорогу обязательно. И зайцы дорожные. Здесь хоть движение редкое, но ездят быстро машины. Некоторые. Надо контролировать дорогу. Обязательно. Дорога была разбита, ее подправили. И она, конечно, стала опасная. Вот. Следы. Это же волк. Да. Ширина, постава. Волк. Самый настоящий волк. Да. Ах ты зараза, а.